любые вопросы, касающиеся деятельности главы государства. Потому что это очень важный момент. Вы сами прекрасно понимаете, в чем ее символизм. Сегодня резиденция главы государства рабочая на тот момент находилась на Карла Маркса 38, там более 1000 человек. Они здесь переговариваются, ведут переговоры вчетвером. При необходимости нужно горячий конфликт останавливать на юго-востоке Украины. И тогда вот эти самые переговоры, которые позволили снять. Вот и как свидетель я всегда нашим гостям с огромным удовольствием. Февраль 2015 года. Наш президент с рабочим визитом в Российской Федерации. И в вернее, был он таковым достаточно много лет. А в пиковые годы именно переговоры в узком составе обычно проходят. Они тоже важнейшие, раз там в месяц появляются новые назначения, и зачастую это будет из самых больших по нацеле зависимости. Это за абсолютный электрошмин. Я не говорю сейчас. Я напоминаю, что... Здесь никогда не было легально.